Здорово, друзья, с вами дядя Сережа и Дашенька Наварская, и это у нас новый челлендж. Есть популярное видео, где огромных два богатыря, таких почти как я, здоровых, это настоящие мышцы, если что. Они едят у нас 2,5 килограмма хинкали или 30 штук. Вот здесь, вот это жареные хинкали мы решили попробовать, вот здесь еще 5 и вот здесь еще 10. Вот эти хинкали весят 3 килограмма, вот эти еще 1,5. На челлендж съесть вот это и переесть их, короче, сожрать все. Да, Дашенька? Ну вот это страховочная у нас партия. Да, маленький Дашенька? Да, вдруг мы проголодались, да? Червячка сейчас заморим. Червячка заморим. Все, что, поехали? Помчали. Па-бам. Блин, жарко в этих штуках. Да, тушим просто. Да. На банке. Отлично. Ну что, маленький Даша, с чего ты хочешь начать? Я, наверное, вот с этих маленьких. Давай, они не маленькие, они такие же, как все, только что они... Ну, а руками есть? Ну, да. Оп, смотри, не отвалилось. Делай. Ой, это мне, да? Так руками прям? Да. О, блин, как мало. Это ты, Нава. Ага, это ты, Дашенька, потому что руками. Похоже, знаешь, на что? На что? На большой пельмень. Вот, черт, они из-за того, что нам их привезли, они слиплись, и все. Пишут, что очень... Одни из самых вкусных хинкали в Сочи, где я заказал. Этот кусок теста тоже на себе? Да, сразу хочу отметить, что это кусок теста. Здоровый. Они что, прямо с этим куском теста не есть, да? Я не знаю, я не стоял. А руками надо кушать, да? Что, руками едят? Что руками едят. Но жареные вкусные. Мне кажется, вот эти желтые не едят. А может, едят. Как у пиццы. Держалки. Кто-то ест, кто-то не ест. Это держалки, их никто не ест, Сереж. Да? Что думаешь? Да. Напишите, друзья, в комментариях, едят ли вот эти держалки или нет. А я буду есть держалки. Больше держалки будешь, тогда можешь майонез есть. Они вот их привезли, и они все. Слиплись. Слиплись. Они слиплись. Что мне теперь? Я вот порвал ее теперь. Вот, она развалилась. Весь бульончик ушел. Мне кажется, надо написать, потому что вы что, вообще, что ли, ребят? Доставку. Посмотри. Организовывайте. Сволочи. Отковырни-ка мне там одну. Вот, ребята, видите, заказали в Сочи, считаются самыми вкусными. Посмотрите, какая херня вообще. Вот, даже. Ну, посмотри, ну что это такое? Вот как можно вот такое есть? Это что? Вот, смотри, вот это. Нормально. А, это тоже надо просто есть, блин. Это вкусная штука, но... Вот это тесто резиновое. Не доварили. Не доварили? Угу. Да. Нет. Да. Да. Вот эти вот штучки, жопки, которые... Я знаю, почему не ем. Почему? А может, я хитренько? Я их потом проглочу, и все. И они дашенько встанут комом у тебя в горле. Ты тут знаешь, сколько ты... Прикинь, так, тык-тык-тык-тык-тык, сколько таких по месяцу, смотри. Смотри, если не так, горло отсюда. Наверное, встанок. Да куда? Вот отсюда, наверное, где у меня. У тебя прямая, да, сразу такая траектория? А ты что, вот так вот хочешь положить? Там желудок, потом идет кишка. То есть это еще вот... Ой, да таких много поместится. Так она через кишку не... Через желудок-то не пройдет. Может, через жопу иногда проходит? Это будет считаться? Жопу зато. Ну это будет считаться? Нет. Нет? В каком-то другом челлендже, да. Жопа. Но не в нашем. Это если что, чувство юмора у меня хорошее. Не думайте там. Педрилы. Ветеры. Ну чувствую, сколько сметаны уже съела. Дашенька, сметана у нас не считается. А надо есть хинкали, а не сметану. А если ты что смотришь, я себе меньше положил, чем себе. Сметану тебе побольше положил, поэтому я так мало, кажется.
Друзья, прошлый челлендж, в котором мы собирались 10 тысяч калорий съесть, мы не собрали 10 тысяч лайков, так что давайте собираем 10 тысяч лайков, и мы устроим челлендж 10 тысяч калорий. 10 тысяч. Вот эти штуки, которые держалки или жопки, ну вы поняли, наверное, да, вот эти вот. Они настолько невкусные, что вот у меня сейчас, смотрю, такая в тарелке идет градация. Вот был первый, вы что-то поймете. Вот была первая жопка. Видите? Ну, сюда можешь показать. Нет. А вот последний. Сравним. 4 штуки ешь оттуда, давай. Давай ешь, мне голову мне тут. Ты думаешь, приятно так вот смотреть? Я тебе покажу тебе, подожди. Что тут там? Смотри, смотри, сейчас. Четыре штуки съешь, четыре штуки. Фу, как противно, да, как противно мне. Да? А вот я тебя смотрю и думаю, то же самое. Хинкали, здоровенные, ребят, вообще на самом деле, вот смотрите. С ладошку, помнишь? Как сердце. Помнишь, мы ели едзе? Едзе? Едзе, это девочку звали в Китае. Мы не ели ее. Мы не ели. Как же они звали? Едзе. Ты тупица. Я не помню. Какие, помнишь китайские? Мы ели едзе. Китайские хинкали, помнишь эти? Егор, если ты смотришь этот ролик, привет тебе. Мы ели твои едзе. И Антон, привет. И Катюш, привет. А, ну тогда и Оле, и Роме. Блин, да всем вообще. И Камиле тогда, с Адрианчиком. Да, вряд ли они нас смотрят, делать нечего. Как мы все смотрят? Ну да, у тебя скучно было, они на меня подписаны. А вообще не подписали. Чего? Смотри, как тарелку. Ты даже не потому, что делаешь. Целуешься с пельмениной, с этой. Ну, как удав. Знаешь, удав свою жертву он не жрет. Он ее давит мебами. Маленький Дашу, что ты можешь разыграть среди подписчиков? Я могу разыграть жопки! Самый веселый комментарий получит от меня вот этот в конверте. Потому что мне плевать, это его канал, а не мой. А все замечательные призы вы можете получить у меня. У тебя где? Продолжай диалог. Нигде. Ладно, что, шуточка все это. Даже если вы меня хейтите, поэтому сейчас, кажется, я их люблю. Пойдем в жопу. Понюхай его, как цветов. Там внутри бульончик, знаешь, как вино. Ой, ребята, сейчас буду бить ваш рекорд. Но только по поеданию этих хинкали, остальные не возьмусь. Время. Все, я чувствую, да, у меня будут плохие отношения теперь. Да господи, это все. Я уверена, что у наших спортсменов, в отличие хотя бы, я не знаю, там, от азиатских, с чувством юмора все в порядке. Да? Ваше здоровье. Ну как ты засунула. Ты так смешно вьешь, да? Ты со стороны видишь бок, блядь, что ты зыришь? И так смешно жуешь. Сижу такая, как барыня. Смотрите, а пельмень в руках, бокал в другой. Хинкаль даже. Шляп сними. Во-первых, короче, вот эти хинкали, жопки которые, они твердые, понимаете, они как камень. Чувствуете? Вот, слышите? Как он тяжелый. Он тяжелый, он твердый, он застревает на мебах. Да, чувствуешь? Вообще можно голову проломить. Буду кусок цвета. Я считаю, что это минус повара. Напишем об этом. Я могу написать кому угодно. У меня есть все телефоны.
Прям кому угодно? А-а-а. Тогда напиши этой, суки, приставу сраному. Вонючий гридасовый. Если ты смотришь его, эй ты, бесишь меня, бесишь. Надо объяснить, наверное, да, в двух словах. На Дашеньке арест какой-то за 15 год, потому что она не заплатила налог за свою машину. Уже дважды меня арестовывают, блин. Почему ты не заплатила налог? По кочану, потому что она мне просто завидует. Это пристав. Гридасова. Ты думаешь? Да, запикай там. Может, она просто выполняет свой долг? Вы долг? Знаешь что? Вот чтобы достать нас, они достанут нас в любом месте. Понимаете, эти государственные... Кто их там? Вы поняли? Рожа. А когда мы не хотим до них дозвониться, понимаешь? Нет, все, вот их уже не достать. Ох. На них уже прикосновенность, это как она, депутатская. Это шутка. У меня идея. Взвесьте вот эту херню. Взвесьте вот эту херню, сколько теста мы с тобой съедим. 39 грамм. Только жопка. 10 жопок, 40, 400 грамм, да? Полкило. О, чисто какая здоровая жопа. Неужели ребята ели с этой жопкой? Или, знаешь, они могли, они, я думаю, что они... Мне кажется, у них были эти в теле, они без таких жоп, как у нас с тобой, жопками здоровыми, потому что у них были жопки совсем, мне кажется, мягенькие маленькие жопки такие. У них? Сбитые маленькие жопки, а у нас только жопы. Ты про кого? Толстая жопа. Не знаю, там про чьи жопки ты говоришь, маленькие? Упругие. И упругие. Я могу сказать, что, наверное-то, они разбираются в этих жопках. Ну, в плане того, что наверняка, слушай, они едят эту херню чаще, чем мы с тобой, понимаешь? Они уже разбираются. Они попросили у повара, чтобы они без вот этой херни были. Понимаешь? Они сказали, эй, ты повар, чтобы жопки были тоненькие. Мягенькие. Мягенькие, как бурюны. Вот так, думаешь, они сказали? Интересно, а были случаи, что кто-то подавился от этой хинкальной и умер? Если нет, то у нас еще есть возможность стать первыми. Как смешно ты. Надо быть здорово. У тебя в носу там волосы. Короче, если ты сейчас съедаешь вот это, а я вот это, значит мы челлендж сделали, да? Ну. А вот это, объясни еще раз ребятам, чтобы они все поняли. Это? Угу. Это я лишнего заказал. Вот если вот это все, это 4,5 килограмма хинкали, из которых 2,5 килограмма это тесто. И... Че? И мы съели 3 с небольшим килограммом. А вот... Килограмм 600 осталось у нас вот здесь. Потому что хер узнает, какие там привезут хинкали. Дядя Сережа перестраховался и заказал побольше. Но, как обычно, он это сделал зря. Но лучше заказать больше, чем заказать меньше, и чтобы не вышло на 2,5 килограмма. Да, маленький Дашун? Вот видишь, что это? Маленький Дашун. Я стараюсь, хозяин, не подвести тебя. Давай, маленький Дашун. И я не подведу. Ты не подведешь? Надеюсь. Я буду очень стараться. Вот прям... Поставлю все на кон. Все? Ну. Честно говоря, смешного после этих челленджев мало. Мне что-то спрашивают, готовимся мы или нет. Мы не готовимся. Мы не готовимся, мы не идем в туалет блевать после этого. Мы не блюем. У нас нет никаких запоров, нет диарей. Я думаю, что если бы все это с нами было, нас бы это останавливало снимать. Поэтому мы не потопляем. Друзья, не забываем, что одеть Сережа скидочки на коктейль Тоби. Ссылочка в описании. Коктейльчики.
протеиновые, есть L-карнитина. Вкусные. Я вот поеду сейчас в Екатеринбург, буду пить их там, стоять на стенде. Что, маленький Дашин, с Екатеринбурга тебе привезти? Ну, точно не коктейльчик, а с L-карнитином. Привези мне оттуда черевички. Черевички? Вряд ли. Там они есть. Первый раз в Ельхинкале, и больше, наверное, есть их не будем, потому что лучше кушать пельмеши. Ельхинкале так себе. Я, может, ела когда-то давно, не знаю, там одну-две, типа с бульончиком. То есть прикол, что это пельмень, просто с бульончиком и все. Выглядит как трюфель, конфетка завороченная такая, знаешь. Пару слов. Мы выполнили этот челлендж. Мы крутые. Да. Да. Оцени, Дашенька, сложный челлендж по 10-бальной системе. Если сложность говорить, то, наверное, 7. 7. Сложность 7. Самые были сложные это жопки. Жопки, кстати, напишите, да, пожалуйста, в комментариях, как они правильно называются. Мы такие бестолочи, нам так стыдно, не так стыдно, но вот мы сегодня назвали их задницами. А какой, Дашенька, самый сложный челлендж был? Самый сложный челлендж? Из всех челленджей. Шоколадки. Кит-карты? Да. О, ну все, друзья, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что нам есть из челленджей, как его выполнять. И ставим лой, собираем 10 тысяч, чтобы у нас был челлендж 10 тысяч калорий. Да? Да, ребят, не злитесь, радуйтесь жизни. Так что не тратьте свои дни на отрицательную энергию. Но только положительно. Добро! 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 Нет живота. Я странная. Я странная, смотри, как будто ничего не ел. Как будто ничего не ел? Да, вот еще. Ой, даже никакая камера не записывала ничего. Да, ладно. А вторая? Оп.